Цифровизация – это неотъемлемый процесс современного образования. Многие работы по проверке знаний, такие как ВПР или РДР, ученики уже выполняют в интерактивной среде на школьном портале и других платформах. В 2021 году по решению Управления образования администрации городского округа Воскресенск школа номер 9 в числе других была включена в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» и, как следствие, получила компьютерный класс и интерактивный дисплей. На сегодня оборудование осваивается, ученики, учителя учатся использовать его в образовательном процессе. С одной стороны, ученики в этом дока в каком-то смысле, они уже умеют все это делать, потому что, можно сказать, с молодых ногтей применяют компьютеры, гаджеты, телефоны, планшеты. Учителя не отстают от своих воспитанников и тоже применяют интерактивные тесты, презентации, учебные пособия. В рамках проекта школы оснащаются современным оборудованием и развиваются цифровые сервисы и контент. Система включает в себя информационные ресурсы, технологические средства, такие как ноутбуки или планшеты, систему педагогических технологий. Сейчас учителя вместе со старшеклассниками осваивают новую программу обучения. Материал усваивается намного проще, потому что современные дети, да, они уже привыкли к гаджетам. И, соответственно, мы точно так же, да, потом неоднократно можем использовать те же самые презентации, тестовые работы уже либо в параллели, либо уже на следующие годы обучения детей. Цифровизация обучения получает, пожалуй, наибольшее одобрение среди учеников. Привыкшие много времени проводить в гаджетах, подростки быстро адаптируются к таким нововведениям. То, что не надо таскать портфели, которые весят очень много, из-за них портится осанка, позвоночник. И плюс на компьютерах можно легче усваивать программу. Ты сидишь спокойно, расслабленно, не испытываешь никакого стресса, потому что ты в привычной для себя зоне комфорта. Проект должен послужить стимулом для обновления содержательной базы образования и дать возможность школьникам и учителям ориентироваться в цифровом пространстве. Цифровая образовательная среда направлена в первую очередь на то, чтобы расширить интерактивность процесса обучения, а не подменить живое общение с педагогом. На данном этапе мы используем это оборудование в старших классах, но в будущем, естественно, мы охватим и начальное звено, и среднюю школу для того, чтобы каждый имел доступ к этому оборудованию. Из преимуществ системы – доступ к высокоскоростному интернету в школе и образовательным сайтам и порталам, возможность дистанционного усвоения учебного материала, автоматизация процессов, призванных избавить педагогов от лишней бумажной работы с отчетами. А это позволит больше времени уделить подготовке учеников и более детальному разъяснению материала. Юлия Тиунова, Евгений Стародубов. Новости из Кровект.